Здорово, профессионал! Здорово, Нубас! А мы чё так далеко? Я не знаю, а чё? Ну ладно. А ты чё хотел-то? Так я тебя на батл позвал. Мы чё, драться будем? Да какой драться? На мирный батл. Там вообще, там всё вообще нормально. А чё надо делать? Да подходи ко мне, я тебе объясню. А, ладно. Здорово, Нубас! О, здорово. Короче, смотри, помнишь сайт с кейсами, которые рекламировали? Да, помню. Так вот, мне подписчики сказали, а ну-ка проверь его, а ну-ка давай-ка сделай это. Я сделал, я проверил. Они что, не верили? Да. И что? Как успехи? А я тебе не скажу. Потому что... Ладно. Я им пообещал, знаешь что? Что мы с тобой сейчас будем рубиться. Тут есть, смотри, что тут есть, смотри. Тут есть кейс нуба и кейс про. Ты типа хочешь сделать нуб против про? Противостояние. Все, я буду сидеть здесь. Давай, держись на расстоянии. Давай. Поехали. Что надо делать? Слушай, я на баланс закинул нам 200 рублей. У нас будет общий баланс. Мы не будем подсчитывать. А, получается 100 рублей с меня, 100 с тебя, да? Да, ты мне потом я отдашь. Я тебе потом отдам тогда, отдашь. Да. Все. Давай, смотри, кейс стоит вообще дешево. Они раньше, когда я открывал, стоили очень дорого. Сейчас они стоят очень-очень дешево. Подожди, это что получается? Потому что биткоин упал? Какой биткоин? Откуда ты такие слова знаешь, Нубас? А, так я в интернете сижу иногда. Ладно, все, давай. Кто первый открывает? Давай на Суефа. Давай. Давай. Суефа! Суефа! Нубас, ты первый открываешь. 29 рублей. Давай. Подожди, открывай. Смотри, а это что за полосочки? Это их популярность. Чем длиннее вот эта зеленая полосочка, тем он популярнее, и то есть из него лучше выпадают предметы. Это получается, сколько раз его открывали, да? Тип того. Все, понял. Только у тебя шансов очень мало, Нубас, сейчас. Почему? Ну, видишь, он непопулярный. А я знаю, кто мне может помочь. А, нет, так нечестно, подписчики, не помогайте. Почему? Эй, все, давай, открывай. Надо же, чтобы я был немножко попопулярнее. Лови мышку. Воу! Это, ты как это сделал? А, вот так вот. Нифига себе. Ну, давай скорее открывай, Нубас, ну, что ты? Что ты ждешь? Так, просто нажимать, да? Конечно, давай. Блин, подожди, а там что? Я? Прикольно. Там реально ты, прикольно. У тебя же такой же скин. Офигеть. Давай, открывай. Я уверен, что тебе сейчас ничего не выпадет. А смотреть можно? Да, конечно. Давай. Смотри, тут... подожди. Не так, что я сразу... Нет, Нубас. Тут можно стирать билет, а можно крутить барабан. Чё ты хочешь? О, так я же это больше рисовать люблю. Ну давай. Я буду, значит, раскрашивать. Раскрашивай. Ну так. Точнее стирать. Ну ладно, пофигу на тебя. Раскрасить билет. А, сначала нажать. Нажимай. Все, у тебя списалось 29 рублей. Это что, сейчас 500 рублей выиграю? 500? Не, да чё ты? Ну... 1000? 150. 150? Это что получается, я выиграл? Подожди, я посчитаю. 500? Подожди, 1150? 1650. Офигеть. За 29 рублей всего? В смысле? Нет, да ты не выиграл ничего, ты чё? Почему? Так потому что нужно 3 одинаковых. Как 3 одинаковых? Да, и что, вот... Надо, чтобы не совпали, что ли? Да, если не совпали, то тут есть для этого гарантированный выигрыш. Не расстраивайся, открой его. Так, кейс стоил 29, да? Да. 15 рублей. Ха-ха, ты проиграл уже на 15 рублей, давай. Кидай мне мышку, я тоже хочу открыть уже. Лови! Оп, поймал, нормально. Ну ты, блин, ну Басик, конечно, проиграл баланс. Я надеюсь, что я сейчас попробую... Давай я тоже буду раскрашивать. А если я денежки проиграю всю свою долю? Ты мне потом будешь должен. Если я выиграю, конечно. Ну ладно, может ты простишь тогда? Все, я... Нет, все, я открываю. Так. 15 рублей. Блин! 150. Так. Тогда все равно все одинаковые, все. Подожди, гарантированный. 35 рублей. Я выиграл 6 рублей у сайта. Подожди, я что получается? Я проиграл 14 рублей, ты выиграл 6? Да. Это пока что очень нехорошо. Давай, открывай свой. Так. Нубас, у меня есть одна хорошая тема. Если подписчики еще хотят такой зарубы, то они должны поставить лайк за 5 секунд. О! Раз, два, три, четыре, пять. Блин, я надеюсь, вы успели поставить. Там не все успели. Кажись. Вот сейчас точно успели. Ты чё? Я вас верю. Ты читеришь, что ли, зачем, Нубас? А знаешь, что я еще думаю? Вот сейчас подписчики лайк поставили. Им нужно еще подписаться за 7 секунд. Да, на два нового канала. Два, три, четыре, пять, шесть, семь... Ну, я думаю, что большинство как бы подписалось. Они очень успели. Но я вижу, что они успели. Ну, я надеюсь, что они успели. Подожди, знаешь, что я думаю? Вот если стрелять, если они сейчас подписались, лайки поставили, значит, может, и удача у меня сейчас немножко увеличилась. Ой, это не знаю. Ну, давай проверь. Давай. Так, может, я сейчас думаю, все-таки лучше покрутить барабан.
Да, давай, давай, давай. Смотри, тут 1000 можно выиграть. А, тут получается вот эти все призы, что ли, могут выпасть? Да, так, 1000. Я хочу 1000. Какая тебе 1000? Ну, бас, ты дурак, что ли? Не-не-не-не. Нет, 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 нет. 15, блядь! Да как 15-то, блин? Два раза подряд уже. Ну, бас, я пока выигрываю, давай. Давай. Подожди, может, ты сейчас откроешь, у тебя сейчас не повезет. Давай я посмотрим. Все, я открываю сейчас. Я сейчас это сделаю, ну, тебе сейчас не повезет, я прям в этом уверен. А я буду раскрашивать, понял? Никаких барабанов тебе. Ну, ладно. 150. Здесь проиграл, да, проиграл. Да, блин. Да не факт, так-то гарантированный может быть хороший. Проиграл ты. 35. Да в смысле, да как так-то? Сейчас пойдет игра, Нубас, подожди. Давай, теперь ты, бери мышку. Все, давай, открывай. Ну скорее, Нубас, ну что ты медлишь? Блин, я уже даже не знаю, что можно сделать, чтобы... Давай. Ладно, я еще раз раскрасить попробую. Раскрашивай, давай. 35. Да ну, не. 150. Все, я проиграл. И 20. Ну гарантированный. Ну-ка. Так. 35. Я в плюсе на 6 рублей, получается в минусе на много. Все, Нубас, теперь я открываю. Блин, опять не повезло, да как так-то, а? Нубас, ты готов? Сейчас я. А я буду снова раскрашивать, неожиданно, ну, ты, ну, да? Дел. Я буду раскрашивать. Ты что, любишь порисовать, что ли? Да, 150. Все, проиграл. 1000! Проиграл. Подожди. 150 рублей! Да как 150-то? Знаешь, что я сейчас понял? Смотри. А что? Ну, бас, между прочим, 150 рублей. Смотри. А денежки-то у меня на балансе? А я выведу себе... Нет. Тут так-то можно вывести на любой кошелек, если что. Прямо я выведу вообще на любой? Я выведу на свой. Нет, так... А почему ты будешь выводить? Это же мой аккаунт. Так я же выиграл. Ну, аккаунт-то мой. Все, давай, открывай. Все. Это мы потом разберемся. Так, смотри, я, получается, выиграл 15, 35, сейчас будет 35. Давай. Не-не-не-не-не, ну, 35. 35? Да ладно, чё? 10. Хе-хе, уже не 3 одинаковых. 500. Какой 500? 35! Я же говорил! Ладно, всё. Система работает. Смотри, сейчас. Ура! Сейчас, сейчас будет всегда 35. Нет, сейчас будет 55, и потом будет 55. Ты сейчас так будешь улетать в минус, ну, бас. Сейчас я вот... Нет, сейчас я хочу побеждать. Вот смотри, сейчас ты убедишься, как у меня сейчас в плюс пойдет, понял? А я снова раскрашу, не ожидал, да? Ожидал? Да. Да. Ну, ладно. Смотри. Все, проиграл. А может, чем больше здесь числа, тем лучше гарантированный выигрыш? А может быть... Да 150! Да, блин! Ну, бас, это победа! В миллионы раз я выиграл, понял? Да как в миллион, да почему? Вот я сейчас говорил, что мне будет просто, я потихонечку выиграю. Ага. Да. А я потом просто возьму и не буду открывать этот кейс. Я выведу деньги и все. Но сначала ты проиграешь. Не факт. Ладно, может быть. Я просто могу вывести и все. Тут, между прочим, вывод со 100 рублей, все нормально. Всего со 100 рублей? Так подожди, стой. Мы, получается, сейчас можем вывести? Да, ну не будем, мы играем вообще-то. Ну ладно, доиграем, потом выведем. Мне на счет. Посмотрим. Так, 10... Хоть бы не 10, хоть бы... 10! Нет, нет! Еще 10, давай 10! 35, да блин! Так, а здесь будет 55. Ага, сейчас. Как 35? Ну, бас, ты что, Ванга, что ли? Как? Ну, я тогда 55 загадывал. Ну, так ты, тоже хорошо. Ты говорил раньше, что 35. Все, я сейчас свой открою. Давай попробуем, так. Блин, ну, бас, я на самом деле боюсь, что я сейчас в минус буду уходить. Я думал, а я буду барабан, быть. Понял? Не ожидал? Вот сейчас не ожидал. И крутить барабан. Давай. Давай. Нормально. 150! 150! Нет, давай нет, 500, нет, нет, 500! А, там 500! Блин! 150, ну, басик! Ты да. Как так ты выигрываешь, блин? Блин, я так же хочу! Я честно думал, что я буду в минус уходить, но нет. А я так же хочу выигрывать. Нет. Блин, так это что получается, смотри. Он был популярнее, значит, лучше, и тебе из него только выпадает. А, кстати, да, он же с самого начала был у меня... Да, чем популярнее, тем больше шансов, я же тебе сказал, и это работает. Давай, ну, бас, открывай свой слабенький. Вот почему я нубик, а? Давай, слабенький кейс свой, открывай. Я тоже барабан буду крутить. Вот тебе из барабана много выпало, может, мне тоже выпадет. Так? А мне, так-то из-за раскраски мне тоже много выпадало. Тогда моя система сломалась. И... Тысяча! Не-не-не-не! 40 рублей. 40 рублей, ну, бас, это, между прочим, ты купил 10 рублей. Ну, только я, правда, до этого еще проиграл чуть-чуть. Ну, ладно. Капец. Че, ты готов? Я открываю. Я уже даже не знаю, чего ждать. Сейчас я 1000 еще выпадет. А я раскрашиваю. Я буду плакать. Да не, 1000, мне кажется. А, не, все, 1000 не выпадет. А вот и 1000. А какая разница? А может... А я плакать не буду все равно. Тогда фигово. Тогда я не буду раскрашивать гарантированный. Тогда и не надо. Пообещай, что ты будешь плакать. Нет, я не хочу плакать, тебе сейчас все хорошо выпадет. Нет! 40. Блин, да это фигово. Ну, я все равно в плюсе. Офигеть, 40 рублей мы уже фигово. Ты даже еще ни разу в минус не уходил. Кейс 25 стоит. Стоп, подожди. Ой, и 29. Ты реально ни разу в минус еще не уходил?
Нет. Ты офигел, что ли? Ну-ка, дай теперь я попробую. Потому что он популярнее, я же тебе говорил. Ладно. Может, вы все-таки поможете восстановить кейс нуба? Блин, это прям вообще хорошо будет. Надо, я думаю, его восстановить. Надо его реабилитировать. Да ты хочешь, чтобы они проигрывали? Ну, нужно немножко сначала проиграть. Зато потом можно будет выигрывать. Нет, нет, нет. Зато потом нубы смогут выигрывать. Нубас, нет! Нельзя! Да как нет-то? Надо же, чтобы нубы тоже выиграли. Я тебе сказал, нет. Подписчики, пожалуйста, не делайте такого. И вот если он не популярный, даже не открывайте его. Вы да как видите? Не открывайте? Потому что они в минус уходят. Все, отстань. О, 40. Ну, пас, ты 150, вот... блин, да я же мог 150 рублей. Все. Подожди, а тут получается 150 где-то есть в трех ячейках, да? Ну да. Блин, так это что получается, я все-таки могу угадать? Ну, пас, вот и все. Давай, гарантированный. И... 40, 40. Опять! Ну офигеть. Ладно, ну так-то... Ладно. О, подожди, так это получается, я уже, наверное, в ноль вышел. Ну, теперь ты... Конечно, блин, по сравнению с тобой. Ты там уже сколько заработал, блин. Все, давай я. Ты готов, ну, пас? Ты готов? Нет. Я это делаю. Давай я раскрашиваю. Так, 150, ну вас что думаешь? Тебе не будет 150, а давай скажи, мне, какую ячейку открывать? Любую, ты в любой проиграешь. Но... 150! Тогда открывай... нижнюю левую. Я, значит, открою правую верхнюю. Блин. Вот и все, а в нижней левой там точно есть 150. Да не, нет, я не да, думаю Да, я так. уверен. 20, да блин, первый раз минус ушел. Минус 9 рублей, наконец-то. Но по сравнению с предыдущими... Я немножко все равно недоволен. Думаешь? Да. Так, ну все, я открываю свой кейс. Давай, давай. Подожди, это что такое? Где? Бесплатный кейс? Да, это бесплатный кейс. Ну-ка. Не, давай ты его потом откроешь. Если будут лайки за 5 секунд, подписки на канал за 7 секунд, тогда мы его откроем в следующий раз. Бесплатный кейс, подожди, так это он стоит же 0. А в чем его прикол тогда? То, что там можно тоже что-то выиграть. Но его можно открывать только один раз в день. Ну давай мы это потом откроем. Ну ладно. Давай тогда потом.